Так, народ, ну чё я могу сказать? Теперь ясно, почему на этот сервер надо заходить сразу после вайпа. Блин, здесь, как пока тебя нету, вот эта хренотень не хочет развиваться. То есть здесь 25, это 250 минут, кому интересно. Там дальше будут, если кто помнит, 75, 85. Так, вообще-то надо бы проверить, мне знаешь что? Сколько на этом сервере надо времени занять. Но это я, скорее всего, это сервер Бандарк. Я тогда сейчас знаю, что сделаю. Залезу-ка на Фопос. И посмотрим, сколько времени здесь надо будет, чтобы развить хотя бы одну мантикору. Ну да, давай посмотрим. Конечно, геморрой будет тот еще. Так, народ, ну чё, это, в принципе, я продолжаю серию сервера Бандакам, да, я сейчас на другом, но цель здесь... Да, господи, что так всё включит-то опять? Цель здесь не в этом, основная цель у меня здесь сейчас будет создание по новой и подсчет. Сейчас я калькулятор открою, сколько времени на Бандарке мне надо занять, чтобы сделать себе мантикору. Это, в принципе, вариант и вопрос. Я думаю, для каждого очень любопытен, потому что меня, народ, я повторюсь, меня не было там, и эта хрень не делается. А это, блин, мягко сказать, печально. Ну, я все, давай заберу, да и все. Так, это у нас... Так, а какой мне нужен-то тут, ёпта? Чтоб вспомнить бы, блин. А, вот лазер нужно. Сейчас мы будем подсчитывать реально, что, как, чему. Хайт калибер снайпер, райфл плюс. Народ веселится. Надо потом к нему будет присоединяться. Почему? Ну, потому что чувствую, здесь я, к сожалению, по некоторым параметрам просто тупо не смогу. Так, все. Привет, пташка. Иди сюда. А. У меня что, демоны были. Я всю животинку, короче, попрятал нафиг, чтобы она не мешала. Ибо здесь может быть масенький глюк. Сейчас, у меня тут нычка, кстати, есть. Довольно-таки удобно сделал. Просто интересно, найдут ее или нет. Я в своем телепорт. Может, у меня еще был один N3, кстати, возможно, вполне перепутал. Потому что я два телепорта еще ставил специально, чтобы, ну... Была вариативность движений. Так, а что мне тут еще может понадобиться? Во-первых, вот эта вот хренотень нужна будет. Начнем с этого. Опять будет... так. Не мясо нужно, во. Мило. А никто не знает, где мое мясо. Я бы очень был бы счастлив, если бы кто-то мне сказал. Кстати говоря, да, нет возможности телепортироваться на точку, на которой это было. Это очень удобно. Такс. Мясо. Так, чё у меня по этим годовским? Ну, здесь у меня, видишь, все затормаживается. Эй! Затормаживается по некоторым причинам.
Погоди-ка, я, может, Prime Loot взять? Его клонировать могу. Мне он точно сильно так не нужен. Не знаю, на бандарке сейчас у нас 9. Блин, ну я... Слушай, сейчас посмотрим, сколько на сервер надо провести времени. Калькулятор включу, народ. Так, начинаем. Итак, первое. Сразу я все сюда закидываю, пусть он это штампует моментом. Сколько нам надо в первую очередь монеток? Так, 25. 25 умно... Хоть ладно, пишем сразу 250. Да, 10 минут делается одна в нормальном режиме. Это кому интересно. И же удивляться здесь нечему. Вообще. Можно охренеть только просто. Сейчас тогда идем сюда. Так, забираем отсюда вот это. Забираем вот это. Делим это все напополам. И закидываем сюда обратно. Так, что мне еще может понадобиться? Не уверен, но возьму. Так, о, монетки точно. Это вот хренатень понадобится в любом случае. Ее несложно выбить, но когда она нужна, ее нету, народ. Так что да, советую придержать эти монетки у себя. Так, 250 минут у нас уже тут вышло, да? Йоу. Принять. Так, 250 минут есть. Теперь смотрим далее. У нас дальше идет сколько? Еще 250 минут. Хорошо. Плюс 250. Ой, говори мне. Плюс 250. У нас уже 500 минут, народ, набралось. Да, везде все одинаково. Что тут, что там. Так что удивляться здесь нечем особенно. Я специально так вот подожду, сколько времени это все займет. Сильно париться не буду. Кстати, по яйцам-то у нас там что вообще? Хрена они тут наколбасили меня. Бегем, яйца, яиц. Это все сверху собиралось. То есть, да, вот эти штучки можно поставить и на первых порах нормально развлекаться. Один, два, три, два. Кстати, у меня тут по очкам-то что магазина? О, хорошо очков. Блин, ну можно, конечно, патроны купить. Хайт калибр, снайпер, райфл. Да, они хайткайблин, снайпер, райфл очень хорошо развлекаются, я тебе скажу. Блин, долбанный чат. Думаю, чё я двинуться не могу? И поехали. Так, вот как видишь, он сейчас, как сказать, так заглючил. Да, верно. Сейчас его надо будет усыплять. И такое есть и в обычном моде. Это я узнавал, это после обновления такая вот становится ерунда. То есть он его производит, нам надо его усыпить, пока он не улетел. Такс. Поюшь налево, ты издеваешься надо мной. У меня что, усыплятры вообще закончились все?
примал винтовку, лук есть. Ну ладно, давай луком долбанем по нему, по жопке. Чтобы ему зазорно не было. Мы еще и усыпляем, да, такой гениальный ответ. Так, пассивность. Как я вот это вот терпеть не могу, вот. А он еще не уснул. Спящая, блин, красавица. Что ему там для приручения-то надо будет? Теперь представьте, это будете вот на том сервере такие же манипуляции проводить. Весело. Вот, честно говоря, не знаю, кому весело. Мне лично как-то не очень. Спит. Молодец какой. Хотя надо. Мяса Этерналовского. Ладно. Да, их сейчас надо усыплять и по новой тамить. Это странная, конечно, система. Это вообще-то не система, начнем с того, это вообще-то ошибка. Да, это внутриигровая ошибка, которую никто пока еще не исправил. Может, после вайпа исправят. Хотя ладно, в принципе, тоже прикольно. Как бы. Что ты говоришь? Иди сюда. Так, ладно. Так, у нас уже народ набралось 500 минут. Теперь нам нужно 45. Прекрасно. Прибавляем 450 минут. Плюс 450 минут. Я сейчас охренею просто от этого чувствую. Чем срать хочется? Ну, мяса мне, в принципе, хватает. Кстати говоря, они сразу первым делом вроде прайм начинают. Да, он прайм начинает жрать. Значит, ты, блин, козлина, чё прайм-то жрёшь? А, этот еще и заглючил. Ну, лады. Это мы сейчас будем исправлять стандартным способом. То есть да, они еще бывают глючат помимо этого. А вот она. Нравится делать как обычно. Ну чё, ну сколько здесь делается? На одну замену за меньше чем за минуту делает, да, в принципе. Так, я тогда пока просто звук народ вырублю. Вот эту запись можете перемотать. Мне интересно, сколько времени у меня именно займет это вот в этом ипостасе. Я пока просто отойду на время.
Слушай, отошел вроде ненадолго, а уже все готово. Интересно. Забавно. Так. Сразу закидываю, чтобы голову не парить. И следующее, нам нужно 55. 450. Так, теперь у нас 950 плюс 550. Так, 950 плюс 550. Ну, еще делаем тогда плюсик. У нас уже 1500. Минут вышло, народ. Ну, это да, пока минут. Так, и мне надо разобраться с High Caliber Sniper Rifle. Ты за мной не идешь? А, точно, у меня же на другом, на Dragon Hills только был недавно. Надо включить именно над головой. Ай. Так, и по поводу этой винтовки. High Caliber Sniper Rifle. Они этим всем, всех тут имеют, крошу по все щели, да? Конечно, интересно. Мы можем поставить Advanced Scope Plus. Так, лонгбоу, ассаулт райфл. И стреляют именно вот этой вот. Не, Advanced. Advanced. Эх, стреляют-то я понять не могу. Ну не примал ты к винтовке по-любому. Стреляют чем-то поинтересней. Транка. Вансет только один есть. Есть еще плюс такой. Я, блин, даже, слушай, не знаю. Хорошо, я могу так поставить. Прицельное приспособление здесь это еще было. О, точно. Тейк гренад. А, ну да, элемент. Так, стоп, а где мой весь элемент? Кажется, элемент весь я проеб... ладно, элемент будем делать. Чисто мне элемент понадобится, сейчас выйдет много. Так, ладно, пошли-ка сплаваем пока. Слово дружба. Вообще-то это надо тоже убрать. Ай, а элемент-то такой куй. Какая прелесть. Так, это получается мне что, под утро придется бежать, да? Да, наверное, под утро. Я просто хочу там ту его хренатень гранатами закидать нафиг. Хотя там можно и гранатометом очень хорошо похреначить. Так, все, готово. Принять. Окей. Так, стоять. Ну чё, смотрим. Удивляемся. Плюс 750. Охренеть можно. 1500. Плюс.
и 750. Плюс так. Это, наверное, сколько времени вам надо будет потратить, бляха-муха, сидеть в игре. Это минутам, по минутам, я считаю. Напомню, по минутам. Гранат этих наделаю. Кстати, одну гранатку я сейчас проверю. Очень интересно посмотреть, какой у нее ДПС будет хотя бы по кирпичным строениям. Будет ли он, блин, вообще? Так, пока давай-ка я все сюда нахрен отложу. Электронику. Так, вот что и не надо сюда что-то откладывать. Да, мне писали, сделай типа навесную, шурмур, лята поля. Нет, народ, навесная не вариант. Вообще никак. Блин, я ее под воду кинуть даже не могу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я понял. Значит, в принципе, у меня еще база защищена дополнительно этим. Это хорошо. У базу не раскочегарили. Кстати, он давно уже в игру не заходит. У меня такое впечатление, будто его админки решили. И пипец, все. ПВПшник стерся. Хорошо. И да, это вполне возможно. И админам серверов я всегда буду напоминать. Если у вас один человек, блин, выносит нахрен весь сервер, то, пожалуйста, обратите на него внимание, как он рейдит именно во время рейда. Почему-то по качану, блин. У меня слишком большой опыт в этих дебильных играх. Я прекрасно знаю, что так просто любую базу ты не зарейдишь. А если, в частности, он почему-то постоянно убегает, вдруг резко неожиданно, значит, что-то не то. Я вообще всех драконов хотел оставить. Кому интересно. А, ему кислород нужен. Кислород. Ну ладно. И на этом драконе наверняка ты под воду-то не сядешь. Это ж продумали. Отличненько. Стоять всем. Вот Виверна у нас и во флай. Йоу-йоу-йоу, красавица моя. А теперь смотрим. Сколько нам надо еще прибавить? Правильно, еще плюс 850 минут. Так, 2250 плюс 850 плюс, о, уже 3100. Какая прелесть. Хренить можно. Просто реально хренить. Самое противное, что это вам надо все время будет находиться на банда арки на этом сервере. По-другому не получится. Было по-другому, я бы еще согласился, но, блин, это не вариант вообще никак.
Кстати, можно пока турельки попереименовывать. Если там, конечно, не ряд этот опять счистили. И этот ряд, я думаю, может куда-нибудь другое место переставить. А, вот он, 4-4. Нет, это все равно надо. 4-4. Я вообще-то думал, вот эти единицы будут читерить, они, как правило, любят. Но если там, как говорится, они будут читерить, я это увижу, то, в принципе, никаких проблем не будет. Просто я убедил админов забанить всех 1, 2, 3. Вот и все. Вот опять же говорю, ну блин, я когда с читерастами мы этими встречались, вся проблема была в том, что у них не один аккаунт. У меня, говорю, у самого сколько? 4. Так. Надо, слушай, посмотреть вот по записной книжке. У меня 4 или 5 аккаунтов. Или раз-то, короче... У меня Rust и Arc, и какого-то 3 аккаунта, какого-то 5. Кажется, Rust-то 3, а этого 4 или 5, это точно. Ну, там без вариантов, народ, было. Это надо было, нужно. Так, а здесь нам нужно опять вот Prime Blood, но это ладно, ерунда. Эссенции. Эссенцию я тоже хорошо набрал на том сервачке. Там по одной требуется. Это ерунда. Ерунда полная. В принципе, это все вполне организуемо. Так, для начала, сколько у меня места в трансмутере? Начнем с этого. По существам, простите. Дайте-ка я пройдусь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь-то у меня место только одно свободно, скорее всего, да? Через 82 часа испортится, у меня тут больше такого суперпорчи всего ничего нет. Ребята, это с центра, который на големах. Отправиться на центр, как думаешь? В принципе, можно. В принципе, неохота, знаешь, вот мне вот так вот впадлу и в лень. Все. Улыбимся, улыбаемся. На 100. 3100. Плюс. Тысяча. Теперь у нас 4100 минут на Бондарке нам надо провести. Какая долбаная прелесть. Кто больше с ума сошел, я или они? А, монетки нужны эти долбаные. Все, вспомнил. Я думаю, что-то не хватает. Мустер элемент. Мустер, бустер, мустер элемент. Ну, я думаю, народ, там серии Бандарк вам хватит, где я фармил. Я еще могу потом на этот Dragon Hill зайти, но чувствую, не на Бандарк. Что-то я, бляха, не горю желанием туда заходить уже. Я уже что-то так примерно предполагаю, сколько это все будет. Потому что 3600 минут, насколько я помню, это уже, бляха, сутки.
Если не считать того, что играю, ну, по три. Ну, короче, до 5 часов в день я стараюсь поиграть. Ну, выходит там 3. Да, 2, блин. 2. От 2 часов примерно до 5 часов я играю. Сколько по записи время идет? Ну, 31 минутка у нас сейчас, да. В принципе, мы делаем мантикору, кому интересно уже. То есть 100 это последняя их стадия. Именно эти элементы будут нахреначить. Пока чтобы нахреначить элементы, мне надо кровь дублировать. А, кстати, давай посмотрим, может у меня кровь-то есть там. Вроде должна быть. Блин, еще на пробежку надо горцевать, епта. Ох, падлу-то. Блин, впадла надо. Так, Prime Blood хватает. Можно не париться. Так, вы-то там хоть не голодные. Надо бы кормушку, наверное, поставить. Скоро будет готово. Если кто не помнит, раньше можно было халтурить. Такс. А пофармим здесь пачками боссов. Я что-то сижу сейчас, думаю, а чего вот париться. Не, ну такое количество турелей вполне, в принципе, хватает. То есть, ну, оптимально. То есть, всего у меня здесь турели, ну, почти под 1000. То есть 250 плюс 500, 750. Но я бы еще каких-то турелей увеличил, конечно, тег количество. Где-то на полтинничек. Их не так-то легко и производить, простите. Зачем они это сократили, тоже непонятно. Так, все, пусть там делается пока. Не, главное, я с дубинкой, эти чудики с дубинкой. Правда, интересно все-таки, что они имеют с моей брони. Можно десяток комплектов скинуть, хотя бы, чтобы мне эти телепорты оставляли, блин. Такое впечатление, будто я с собой ношу, что ценно. Вот я вот, судя по тому, когда их атаковал, они с собой носят что-то ценное. Так, все, последняя пошла вот эта хренотень, да? И у нас является нам мантикорка. Ура, да? А теперь, давайте-ка я просто посмотрю на одну хренотень. 4100. Правильно, мы делим на 60. Ух, равно. Не 3600 минут в дне, 3600 секунд в дне. Или в часе, я попутал. Народ, 68 часов и 3 десятых, ну 4. Ну, округлим, короче, ну, округлим, короче, 68 часов. Я лучше что-то округлить в большую сторону, 69 часов. 69 твою 9 часов. К 69 часов я должен находиться в игре. Не, народ, реально 69 часов.
Что я могу вам сказать по этому поводу? Спасибо, но 69 часов я могу находиться в игре, играя, но если я с базы куда-то улечу, это раз, не будет ничего двигаться. Если я куда-то тоже упрусь, тоже ничего не буду двигаться. И что я в итоге получаю? Правильно, ни хрена. На этом я, в принципе, серию закончу по Модарку, и почему я на нем играть не буду, я думаю, это и так понятно. Даже если я начну играть с самого начала, это надо трое суток не вылазить и сидеть. Простите меня, а при моей игре 68 часов, давай я возьму максимум, вот, максимально 5 часов игры. Разделить на 5. Не 2 недели, надо там херачить. Спасибо, нет. Всем удачи, всем пока.